Так, друзья, начинаем. Начинаю обещанный рейд от Валексы. Мы с вами пришли в Ашан. Машин на стоянке, как обычно, ни больше, ни меньше. Народу, как вы видите, сейчас я встану, чтобы она меня резко... поймала. Народу, как вы видите, немного. Ну и начинаем сам рейд. Пошли сначала к хлебу, да? Что у нас народ берет в первую очередь? Я думаю, техника, тарелки никого не интересует. Я иду быстро, у меня мало зарядки. Поэтому с замиранием сердца снимаю. Так, посмотрим, да? Все на месте, хлеб на месте. Продавцы все на месте. Попутно иду и заглядываю к покупателям в корзины. Ага. Эти вообще без корзины. Это хлебушек у нас. Ой, пахнет, пахнет, как вкусно. Это булочки. То есть вы видите, да, что я иду по Ашану, заглядываю в корзины. Нет консервов. Странно. Чего же у нас никто в Ярославле консервы-то не покупает? Так, вот мы пришли в весовой ряд. Крупы все на месте. Видите? Все крупы на месте. Никакой паники. Никто в партизаны не уходит. Идем дальше. Что у нас здесь? Свеколка, пожалуйста. Морковка, пожалуйста. Картошечка, пожалуйста. Друзья, я, пожалуй, очки одену. На меня уже смотрят так кривенько. Мясной ряд. Опс. Все есть. Сырок. Пожалуйста. Подходим к холодильникам. Вы мне скажете, наверное, ну, куда ты нас привела, в холодильниках всегда все есть. Ну что ж, пойдемте тогда, не знаю, в макароны, в чай. Или в водочки заглянем. Посмотрим. Может, ее... Кстати, вот сахар. На месте, не переживайте. Колбаса. Все полки целые. Ну, это я так попутно. Винный ряд. Все на месте. Ни одного человека. Воскресенье вечер. Вся водка на месте. Никто не купил. Странно. В лес никто не собирается. Ну уж в пивной я вас не поведу. А, хотя мне же самой надо. Ну ладно, потом. Так, пошли сюда смотреть. Чипсы на месте. Что у нас здесь? А, это всякая такая диабетическая лабуда. Соки, все на месте. Хлебушек. Так, здесь у нас чего? А, здесь у нас водичка. Ну, кстати, она была на месте, вы все видели. Так, приправы. Приправы, приправы. Приправы, кетчупы. Все здесь. Все здесь. Все на месте. Все, как всегда, масло подсолнечное проверяем. Все на месте. Не переживайте, никто не утащил. Оп! Вот оно где. Вот оно. Друзья, а вот с крупами беда. Ага, крупы повытаскали. Оп, оп, оп. Неожиданный поворот. Ну ладно, картошка же была там. Так, здесь крупы подороже, поэтому они все на месте. Дешевые все разобрали. Макарошки. А макарошки тоже подразобрали, ясно. Кто-то тут в панике носился и хватал все подряд. Угу. Вот, макарошки дешевые, видите? Подразобрали, да? Хорошо. Пошли дальше. Ну, тут всякие консервы. А, как всякие консервы. Вот они консервы-то. Вот они консервы. Все на месте, дорогие друзья. Все консервы на месте. Не переживайте. Никто тут не дерется из-за банки шпрот. Никто тут не дерется. Не, ну видно, что немножко как бы вот тут есть. Конечно, пробелы, да, килька по 65 рублей в дефиците у нас, походу. Ладно. Тушенка по 23 рубля на месте.
Вот так вот. Смотрите сами, оценивайте ситуацию по поводу консервов. Так, что мы еще не посмотрели? Наверное, чай. Чай, кофе, да? Все на месте. Не знаю. Чаи тоже все на месте. Так, здесь кофе с костром. Боже, все на месте. Не бойтесь, приезжайте в Ярослав. Ну тут жвачки всякие. А, шоколадки тут, да, конфетки. Сейчас посмотрим, проверим. Так, на конфеты народ не нажимает. Все на диете. Шоколад тоже на месте. Конфетки дешевенькие. Все на месте. Смотрите, все полки на месте. Все ломятся. Так, здесь у нас что? Дрожжи. Ага, китайская лабуда. Так, здесь пряники, печенье. Так, вот я обзорчиком сделаю. То есть, видите, пустых полок нет. Только там у нас, значит, с крупами был пробел, да? Да, тоже вот эта печеница. Тортики. Ну, жарко мне. У меня куртка зимняя. Сегодня было минус 8 с утра у нас. Ну, вот, наверное, я и буду заканчивать. Здесь у нас чего? Ну, здесь эти джемы. А, вот по муке. Смотрите. По муке вот так вот у нас. Ну, в общем, хорошую муку выбрали, дешевую оставили. Сахар на месте. Уже сахар насмотрели, сахара полно. Так, ну а здесь у нас уже несъедобное пошло. Пошло несъедобное, поэтому, наверное, уже снимать нечего. Ну, вот смотрите, что люди берут. Паники нет. Как таковой. Но крупами народ подзапасся, да, делаем вывод, что крупами народ подзапасся. Конфеты все на месте. А порошочки, может, мыло еще посмотрим. Туалетную бумагу, точно. Про туалетную-то бумагу с ароматом колбасы. Точно, я же забыла. Так, носовые платки. Да, тут тоже, видать, кто-то, бабай какой-то пробежался. Смотрите-ка, друзья. Да, полазил бабайка. Пришел, да? Пьяный. Ну, в принципе, ну, с ароматом колбасы все разобрали, честно говоря. Да. Осталось только с ароматом яблока. Печаль. Надо еще порошочки, наверное, сходить проверить. Так, здесь у нас моющие. Никто не пьет, походу. Так, ну куда вас еще сводить? Сносить порошочки. Ну, тоже с пробелами, да? Ну, это детские порошки, походу, расхватали. Ну, я так думаю, что выходные их все время берут, потому что, как правило, семьи затариваются. Мыла хозяйственного нету. Есть, но дешевого нету. Как-то оно есть. По порошочкам. Видно, что брали. Видно, что брали и не, либо не добавляли, либо добавлять нечего. Вот так вот. Что ж я, дурочка, тележку-то не взяла, а? Надо, наверное, бежать за тележкой. Так, кассовую, смотрите, линию показываю. Народу немного. Тележки у всех полупустые. Видимо, паникеры были все-таки какие-то единичные случаи. Вот люди берут самое необходимое. Ну, туалетную бумагу берут, да. Интересно, туалетной бумаги берут больше, чем еды. Вот мне это, вот этот момент очень интересен. Почему? Ну,
все, дорогие друзья, с вами была я, Валекса. Заканчиваю свой репортаж. Сейчас его начну заливать и пойду к деду на стрим. Беру вас с собой. Все, пока-пока.